сейчас мы едем по улице Кропоткина, по которой у нас не так давно администрация отчиталась, что ямы залатали. Вот мы можем видеть, как они залатали ямы. Маршруточка у нас спереди чуть-чуть ездит. Вот здесь ямка, да, залеплена. Но едем дальше. Вот, вот, вон она ямочка. Сейчас я сбоку попытаюсь. Во, вот они так у нас залатали ямочки. Вот она у нас яма, канава. Вот спереди. Вот они. Вот, сейчас я въезжаю в ямочку как раз. А улица, чтобы было видно, где-то... А, вон тоже еще ямы. Одна залатана, а вторую они решили, что не стоит. Вот у нас Пентагон. И все как было, но частично они залатали, конечно.